Бросок и добивание. Хрипунов бросал и отскочила шайба прямо на клюшку Данилу Романцеву. Бросок Григоренко. И здесь Юханссон просто для фотокорреспондентов делает это спасение. Горлицкий, внимание, атака, тут забивают Шугаева первым броском, 3-3, но Акбарс не останавливается. Казанцы убегают, это делает Артем Галимов, добивание, гол! Стивен Кемпфер оформляет дубль, защитник забивает в меньшинстве. Кузьменко ложится на боевой курс, убирает одного, второго, третьего и, я бы сказал, тачдаун от Кузьменко. Кузьменко, так, сам пошел обыгрывать и шайба в воротах. Андрей Кузьменко выводит СКА вперед за счет вот таких своих индивидуальных действий. Вот момент, гол. Это Арсений Грицук. И это уже 3-2. Грицук! 1-1. Арсений Грицук сегодня практически не бросал в сторону. Он здесь вышел и очень точно отправил шайбу в дальний угол. Ватсон на сей раз не выручил.